Привет, с вами Андрей. Наш Шатер Пиксель Данжен. Прохождение воина. Мы остановились на том, что мы подошли к боссу. У нас в данный момент вот такое вот снаряжение. Вода, роза, курильщица. Испускает газ рандомный каждые 75 ходов. Собственно, пара палочек, ударное и электричество. Пара дротиков, это ядовитый. Ну и немного метательного оружия. Вот, собственно. Давайте зайдем к боссу. Учитывая то, что у нас присутствует, собственно, футляр для свитков, то за свитки можно не переживать, что они сгорят. Можно также палочку порчи накинуть. Ищем ключик. Давайте посмотрим, сможем ли мы стоять. Да, мы стоять сможем. Давайте землекорень прокастуем. Не сюда. Ну, не везет мне в этом вопросе, конечно. Собственно, Тенгу. Он говорит, попался воин. Заодно и узнаем, что он кастует. Это у нас ледяной буран. В теории вот Тенгу должен был замерзнуть, но что-то как-то не замерзает. Палочка пустая. Как бы это смешно не звучало. То есть она не перезарядилась, пока лежала. Нормально. Давайте пометаем в него кунаи. Собственно, Тенгу окаменел. Окаменеет, скорее всего, сейчас. Потому что под ледяным бураном у него нет шансов выжить. Да, Тенгу заморозился. Но мы можем немножко подождать, пока он разморозится. Интересно, смотрите, ведь бронеломность что-то повесила на него. Возможно, кунаи повесили бронеломность на него. Потому что мы только кунаи в него и кидали. Либо он поймал уязвимость из-за бурана. Тут сложный момент. Но в любом случае надо раздамаживать, поэтому давайте в него что-нибудь покидаем. Рыболовное копье, и он опять замерз. Да, скорее всего, кунаи пробивают на бронеломность. Нам яд повесили, шикарно. Мы каким-то образом промахнулись. Непонятно, правда, как это получилось. Но все-таки. Собственно, у нас висит яд на 5 ходов. Давайте его собьем. Собственно, мы подождали, пока упадет яд. Забрали метательное оружие. Корни неудачно поставлены. У нас ботинки природы, но они нам особо погоду не сделают. Собственно, давайте подождем, сколько это возможно. У нас подождать не получится. У нас перезарядка, в принципе, есть. Как вариант, можно перезарядку прочитать. Давайте прочитаем ее. У меня... Тенгу начал из стороны в сторону прыгать. А, обратите внимание, мы на него наложили паралич. А, ну сейчас уже он был. Только что на нем парализация была. Также из-за того, что мы ударили его об стену. Также бронеломность.
Давайте кинем на него яд, для того, чтобы он тикал от яда. А, собственно, газ – это туман. На самом деле, туман нам особо не поможет, потому что Тенг постоянно перемещается. Поэтому туман нам особо не поможет. Наш персонаж немножко подгорел. Давайте выпьем кровь дракона. Как вы видите, Тенгу даже в тумане нас умудряется, видите? Блин, как-то неудачно я встал, а. Собственно, мы убили Тенгу с минимальным повреждением для себя. Поэтому всем большое спасибо за просмотр. С вами был